Так, всем привет! В сегодняшнем видео я уже буду делать именно распаковку того, то, что пришло в предыдущем видео через Каспи Постамат. Заказывал я посылочку. Вот она. Запакованная. И, скорее всего, из названия видео будет понятно, что это пришло. И это пришло GoPro Hero 9. Хочу сказать то, что это первая GoPro, именно GoPro у меня. И начинать я буду сразу с девятки. А вообще, экшн-камера это вторая. Почему я отказался от первой в пользу второй, расскажу сейчас на видео. Только давайте для начала вскроем пакетик. Как-нибудь я его сейчас положу поудобнее, чтобы можно было вскрыть на видео, чтобы одной рукой держать и камеру. Так, тут у нас в пакете. Нереально. И тут несколько, вон пакет. А тут уже сам бокс с камерой. О, я придумал. Вот так вот зажать ногами пакеты. И можно вытащить. Как же это неудобно. Все, я извлек его. Где тут света-то побольше, чтобы показать вам, что уже закат. Растягиваем. Вуаля. Красивенько, красиво. Нифига она прикольная какая. Вот она. Резкость, пожалуйста. 9 Black. Как я говорил в прошлом видео, мой залапанный объектив, ты посмотри, если на свет посмотреть, весь в пальцах. И вот тут тоже пленочка походу снималась. Сейчас проверим, тут тоже все залапано, пленочка отсутствует, то есть скорее всего витринный вариант. Стояла на витрине, включали, пользовались, показывали. Ладно. Посмотрим, как она себя поведет. Потом, что у нас в комплекте есть. Один крепеж. Одна это. Закручивалка. И одна батарея. Все, на этом комплектация закончена. Батарея, что-то тут вмятина какая-то. Язычок, чтобы вытаскивать батарею, было удобнее. Тут потертость. Да, залежавшийся вариант, поэтому он, собственно, и дешевле был. Как-то так. А почему, вот, почему, собственно, Hero? Она увесистая такая. Прям вес имеет. Хотя у меня раньше был... Это SJ Cam. Плохо видно. Ладно, возьму в руки, чтобы лучше было видно. Это GoPro. И это SJ Cam, какой он там, 5000X с Wi-Fi, который я покупал где-то, когда я его брал, 2018 год примерно. Сейчас у нас на дворе 22. И в свое время она была, ну, из SJ Cam, в принципе, топ. И цена нормальная, и снимала более-менее на тот момент, мне казалось, для экшн-камеры хорошо. Тем не менее, по всем видео, которые я смотрел, GoPro, конечно, будет лучше снимать. Более современная камера. Естественно, от GoPro, от любой экшн-камеры не стоит ожидать качества, как от гибридного вот этого фотоаппарата, системного так называемого. Нет, естественно, качество съемки попроще, но именно тут нюансы, то, что вот она экшн-камера с собой, компактная, с хорошей, тут уже стабилизаторы идут, посмотрим, как это все работает. Естественно, вам какой-то очередной следующий видос уже будет записан на нее, покажу, как она работает. Поэтому SJ Cam, она попросту устарела, у меня с ней было отдельно, я потом докупал порядка 5 аккумуляторов,
годы шли, и вот за эти 4 года эти аккумуляторы, ты их полностью заряжаешь, вставляешь в камеру, буквально секунд 10-15 можешь поснимать, и у нее начинает отображаться значок, то что одна полоска от батареи, их там 3 должно быть, когда полный заряд, а тут уже 1. То есть батареи заряд не держат, по факту они зарядились как будто, но только начинаешь снимать, все, он утекает прямо на глазах, и ты понимаешь, то, что ну сейчас в лучшем случае тебе минуты на 3, наверное, на 5 их хватит, и батарея кончится. То есть заказывать новые штук 5 батарей из Китая, ждать, пока они придут. При этом, опять же, ну, качество сейчас заметно хуже будет у SJCAM по сравнению с GoPro, которая более современные технологии, все это позволяют лучше снимать. Как-то так. Сейчас я вам просто сделал распаковку, показал тест, говорю, покажу уже позже, какое-то следующее видео, оно будет уже посвящено непосредственно тесту, в котором я покажу, как снимает он и как снимает она из SJCAM. Как-то так. Вот такой вот. Заказал себе апгрейд для видео, чтобы снимать видосики. Если есть какие-то вопросы, комментарии, то обязательно оставляйте. Отвечу и подписывайтесь на канал. Вот так вот сейчас засниму. Вот так вот кадр. Для превьюшки, наверное.